Настя, Анастасия Андреевна, что вам надо? Анастасия Андреевна. Официально? Да. Да что? Номер 16. Настя да. К нам пришла, даже чуть-чуть простудилась, но все равно пришла. Кстати, могу выключить кондиционер? Не, нормально. Нормально. Хорошо. Скажите немножко о себе. Ну, творчеством, так понимаю, занимались, да? Да, я профессиональная актриса, работаю в телетеатре, еще работала в разных аматорских театрах. Ну, уже какой стаж у вас большой, да? Ну, достаточно. Ну, я закончила театрально-художественный колледж. Конечно, вот. Ну, это круто. Да. То есть заготовки у вас нет, да, какой-то? Может... Нет, оно вам не надо. Хорошо. Нет, ну, нам надо, но мы сейчас... Я могу стихотворение прочитать, но давайте лучше, вот, давай. Вы мне зададите. Это импровизация лучше всего. Да. Вот тут... Вас честно, да? Изикатка вообще. Кто здесь? Здравствуйте, я на собеседовании. Да, да. Я могу присесть? Да садись. Я знаю, что вы ищете секретаря. Я профессиональный секретарь. Я работала более чем с 15 директорами. Правда, ну, да. Что? А, 15, ну, хороший опыт, 15 директоров. Да. А, не, ну, ну, вы понимаете, да, да. 15... Я превосходно готовлю кофе. Кофе? И еще чай. И чай. А если нужно, то латте. И латте? А, ого. Не, ну так, чтобы сразу кофе. И даже правильно выговариваю эспрессо. Эспрессо. А, не, ну это сейчас редко вообще кто делает. Ну смотрите. Извините. Эспрессо, это, конечно, хорошо. Но как это нам поможет деньги заработать? Да, как это нам вообще в принципе может помочь заработать денег? Вы же знаете, у нас серьезная контора, у нас фонд Сороса тут на созвоне. Мы, в принципе, сотрудничаем со всеми крупнейшими американскими этими, ну как их... компания. Кому компания, в принципе. Еще я знаю, как работает принтер. Спринтер? Да, и спринтер тоже. А, и спри... не, ну, это уже хорошо, это уже что-то. Это богатые знания в нашей сфере. Они, в принципе, уже могут решить много бытовых проблем. Но... Мы же с бровями поменялись, я тупая, он умный. Да, а теперь вы умная. Да. И вы сейчас ему должны объяснить. Что ваша действительно работа? Господи, честно, я ни хрена не понимаю в этой работе, что он вообще делает? Никогда не работала в этой сфере совершенно. Секретарь, он за руководителя обо всем договаривается. Угу. Секретарь все дела его ведет. То есть без секретаря руководитель как без рук, потому что он не сможет. Ну, ну ты же видишь, ну, посмотришь, видишь, что человек не сможет. Вы сами не сможете, а со мной не сможете. Угу. И встречи вовремя, и клиентов... Понимаете, я хороший организатор. Вот все будет вовремя, все по полочкам расставлено. Если вам нужен куда-то билетик, я сразу же его заказываю. Кофе тоже сразу приношу. Вот. Это вообще в мои обязанности входит. Все клиенты будут довольны и вами, и мной в особенности. Ну, стандартная информация, понимаете. Не, заинтересуйтесь. А, уже можно, да? Mm-hmm. Ну, в принципе... У нас не так много вариантов, я думаю, мы с вами найдем общий язык. Хорошо, когда можно приступать? Ну, а когда можешь? Да хоть сейчас. Сейчас вообще отлично, приходи в понедельник. Но сейчас же это не понедельник, ну, сегодня четверг. А уже, матерь, а, ну, хорошо. Ну, раз четверг, все, работа, да. Я пошел. А, ну, кстати, у меня тут ватерполо, ну, потом клозетка. Давай так, знаешь... Вот ты сейчас садишься, да, вот тут у меня список клиентов оптовых, тут латте, угу. Тут вот, ну ты понимаешь, планшет. Конечно. Ну, в общем, работу работай. Да, это MacBook, кстати, вот яблоко. Угу. Садись и приступай. А я, в принципе, ну, как освобожусь, я подойду, да? Ну, если да, что, до свидания. Ну, ага. Хорошо отдохнуть. Давай, не приступай. Как вариант.